В минувшие выходные в Гатчине прошел открытый кубок любительской лиги пляжного футбола. В турнире приняли участие команды из Москвы, Петербурга, Саратова, Ярославля, Рыбинска и лучшие футбольные клубы Гатчины. В упорной борьбе первое место заняли игроки рыбинской команды «Звезда». Они обошли своих земляков из Дядьково. Кубок любительской лиги пляжного футбола проходит в Гатчине впервые.